Ми родиною зібрались відпочить на море, але сталося з нами тут невеличке горе. Не повіриш, то капець, спец, як нас рятували. Всі дивилися на нас і афігівали. Снимать, я тебе что, звезда? Нет, ну ты обязательно ей станешь, когда я выложу на YouTube. Отлично. С такой командой все девушки на пляже достанутся мне. Меня зовут Артур. Я ваш новый старший спасатель. Нельзя терять ни минутки. На пляже столько одиноких сексуальных цыпочек. Им по-любому нужна моя помощь. Они же такие беспомощные. Ни купальник расстегнуть, ни спинку намазать. Вообще-то наша работа спасать. О, да. В этих плавках я стольких спас. В этих плавках я стольких спас от одиночества. Это наша утвержденная форма. Классная, да? Тебя как зовут? Петя. Послушай меня сюда, Ким Чен Ирович. Мою харизму не скроешь даже за этим красным занавесом. А толстый у вас что, на полставки быком еще подрабатывает? Я не толстый, я Олег. И, пожалуйста, освободите меня от этих кругов. Так, слушайте меня внимательно. У нас появилась срочная работа. В море унесло катамаран с отдыхающими. Их нужно срочно спасти. Че, опять пьяные русские решили в Турцию мотнуться? Нет, это обычная семья. Муж, жена и молодая теща. Их просто нужно спасти. А че мы? Потому что спасать людей – это наша работа. Ай! Ой! Освободите меня от этих кругов, пожалуйста. Кому же, расскажи, не поверят. Меня унесло в открытое море. Да еще с кем? С зятьком. Юленька, ты передай Тамаре Петровне. Не она ли захотела покататься на катамаране? Ребята, почему меня никто не может подменить? Вы же не хотите, чтобы я превратилась в мулатку? Ах, Альбиночка, познакомься. Вот наш новый старший спасатель. Альбина. Меня зовут Артур. Альбиночка, смотри, что я тебе сделал. Петенька, ты за сегодняшний день мне уже 20 раз мохито приносил. Но я же не горю, чтобы меня тушили. Так, Толстый Панасоникович, быстро отправляйтесь готовить все для выхода в море. А что случилось? Да просто в море унесло катамаран с отдыхающими, и парни отправляются на его поиск. А я, значит, обратно на пляж на солнце, да? Альбиночка, давай с нами! Да, давай с нами, да, Альбина. Я думаю, ребята сами справятся, а вам, Альбиночка, лучше будет, наверное, посидеть здесь, в тени, со мной. Руки! Слышь ты, Казанова, ты про Альбину даже не думай, понял? Мы не посмотрим, что ты начальник. Хоть пальцем ее тронешь. Мы тебе плавки медуз накидаем, понял? А потом в песок закопаем, голову рыбой обмажем, чтобы тебя чайки полюбили, понял? Да я на тебе как на банане проедусь, понял? Мачо Алупкинский! Ой, я спасать катамаран. Толстый, ты что сделал? Блин. Доця, говорила я тебе, выходи замуж за сына депутата. Сейчас бы на собственной яхте пили бы шампанское. Мам, перестань. Даша, шампанское. Вы бы сейчас на депутатских полях под Херсоном сейчас бы лук выбирали. Что?
доченька? Да я к вам с чистым сердцем! Мамочка, мы же тебя ценим. Но... Да, да, мама прямо у нас святая. Чего же она тогда домой по воде не пойдет? Так аккуратнее. Петя, давай. Молодец. Это-то зачем, Петь? Ёлки-палки, ты чё? Толстый. Нужно брать только самое главное. Вот. А зачем нам кислородный баллон, если нет водолазного костюма? Это не кислород, это жидкий хлеб. Тёмное, нефильтрованное. Это ж спасательный круг! Вот мой спасательный круг! Ну что сидишь? Выходим в море! Бурлаки и алупки! Доченька, передай своему муженьку, что он мне благодарен! Я к вам с чистым сердцем! Кушать приготовлю, да. Постираю, с ребенком посижу. Что? Который у вас будет. Кстати, когда у вас будет ребенок? Мам, ну ты опять за свое. Юля, передай Тамаре Петровне, что если она так хочет внуков, то не надо к нам каждый вечер таскаться. Это что получается? Мы с тобой сейчас выходим в море в поисках катамарана, а Казанова остается с нашей Альбиночкой. Петя, правильно. Как мы выйдем в море на пробитой лодке? Что? Лодка пробита? Петь, вот умный человек. Много слов знаешь, интеллигент, а таких простых вещей не понимаешь. Солнце, подожди! Что? Я все. Да и я. Это что такое? Быстро заделали пробоины и в море, ясно вам? Еще распоясались. Я у вас тут быстро порядки наведу. Ищ. Наивный у нас начальник. Подумаешь, медуза обожгла. Меня вон жизнь обожгла. Я же могла выйти замуж за олигарха. А вышла за шашлычника. Тетя, хватит. Так, мальчик, иди давай. Здравствуйте, меня зовут Артур, я старший спасатель. Здравствуйте. Очень приятно. Вероника. Ну что ж, мы стоим. Давайте присядем, чайку попьем. Познакомимся поближе. Давайте, да. Ой, боже, простите, ради бога, я не понимаю, что происходит. Вы что делаете? Я не знаю. Прекратите. А, снимайте, я постараюсь. Да не надо, я сам. Стойте! Я вытру! Ватки нет, я руками! Давайте, ну давайте, да перестаньте вы! Давайте, да что вы делаете? Да Персик, я у тебя топор забыл. Вероника! Тихо! Я так и знал, что ты меня изменяешь! Тихо, это наш новый старший спасатель! Тихо! У него жорты в зеленке просто! Походу, не только в зеленке. Слушай сюда, спасатель!
Еще раз я тебя возле своей жены увижу, я тебя на шашлык пущу, ты понял? Понял, понял, что там? Давай, давай! Спасать свою задницу, спасать! Вероника, ну ты у меня такая доверчивая, а? Ну эти стервятники кружат, ну ты поосторожнее, они же обманывают можно. Да. Давай. Осторожно. Помогите! 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 Ну что он там сидит? Надо звать кого-то, чтобы нас спасали. Помогите! Вот кому вы кричите, Тамара Петровна? Если Богу, то он слугам дьявола не помогает. Кость, ну а вдруг мимо будет проплывать корабль? Да, когда они увидят Тамару Петровну, они подумают, что мы хотим его захватить. Еще одно слово, и я тебя на реек сдерну. Толстый, а ты уверен, что мы здесь есть смола вообще? Юмористы! Смотри, что я нашел. Костюмчик. Так это ж твой. Когда ты только на работу к нам пришел устраиваться. Ты смолу лучше ищи. Пусть тебя так разнесло-то, а, Толстый? А это что такое? Не трожь! Она еще не готова. Ой, тост, тост. Смола нашлась сама. О, нам повезло. Привет, кружка. Блин, кто это повесил так низко? Отойдите, пожалуйста, вы мне солнце загораживаете. Зачем людям солнце, когда есть такая блистательная девушка, как вы? Простите, вас как зовут? Оля. Я как старший спасатель заявляю, что это безобразие. Я что-то нарушила? Ну, во-первых, вы нарушили мой покой. А во-вторых, очень странно, что такая красивая девушка не участвует в конкурсе «Самый красивый купальник Колубка 2013». Кстати, я провожу отбор. Давай встретимся вон в той кабинке, и я проведу кастинг. Я буду. Я жду. Господи, спасибо тебе за сочетание красоты и наивности. Так, спокойно. Это проверка лежаков. Все нормально. Юль, давай договоримся. В следующий раз отправляем твою маму на море одну. А что, за те же деньги отдохнем все втроем. Костя! Тотя, если у нас такой сообразительный, то пусть ответит. Мы что, на этом катамаране жить будем? Зато тут не слышно, как соседи делают ремонт. Не надо, в квартире не особо слышно. Ну, конечно, вы же орете громче, чем перфоратор. Петь, а? Я думал, мы никогда смолу не найдем. А ты ее сразу нашел. Молодец. Пропала. Как пропала? Не, нормальная. Это лодка пропала. Что теперь делать? Что делать? Искать. Была бы эта лодка с колбасой, ты бы ее сразу нашел, да? Лодку с колбасой я бы не потерял. Толстый, ты чего? Может, дети зарыли? Это нас начальство зароет. А если на ней кто-то уплыл и утонул, так нас вообще посадят. А вы что тут делаете? Да у нас лодка! У нас лодка. Все хорошо, мы тут из пляжа стекла вытаскиваем, очищаем. Молодцы. Молодцы. Молодцы ж, ну. Я, значит, через полчаса приду и...
Хотя через час приду и вот, и все проверю, да? Давай. Понял, что он с нами сделает? Где же дорожевалось создание-то, а? Ой, какая неожиданная встреча. Да еще в таком укромном месте. Ой, вы знаете, я совсем недавно делал медосмотр. Ой, я бы сделала тебе пару укольчиков. Я, естественно, не люблю шприцы и медицинские халаты. А халатик я могу снять. Молодые люди, квартирами интересуетесь? Есть хорошая кровать для молодой пары? Вы знаете, мы, походу, экстремалы. Мамочка. Помогите! Да, и зачем мне эти способы, как выйти замуж? За спасение утопающего мы награждаем нашу красавицу Альбиночку автомобилем лимонный BMW. Только ради тебя, лимонная Бэха. Юленька, а передай маме, чтобы она не сочковала и крутила педали. Юля, передай своему муженьку, что вообще-то мне тяжело. А? Каждый день к нам с Юлей на 16 этаж без лифта подниматься не тяжело. Давайте крутите педали, не сочкуйте, Тамара Петровна. Юля, передай ему, что я пожилая женщина, и у меня болят ноги. Юля, передай маме. Пусть тогда гребет руками. Она 40 лет в налоговой отработала. Руками грести у нее хорошо получается. Мое, мое, мое. Ой. Так, ты уже задолбалась пешком ходить. А можно еще раз с язычком? Блин, урод! Жену Веронику, медсестру, не видел? Я нет! Так ты ж мне вообще запретил надоел смотреть. Так я вот возле медпункта вот просто иду и с закрытыми глазами хожу. Вот это ты правильно делаешь. Вот тут красавчик. А я смотрю, ты время зря не теряешь, да? Спасатель, блин. Ах ты, блин, жук, кувыркаешься уже? Не дай бог, вот это бы моя Вероника была. Не выйду. Сломал бы обоих. Запомнил? Да. На всякий случай. Не видел, значит, да? Нет, нет, я не. Где же она лазит? Моя клубничка, елки. А вот и я. Кошей. Ну, привет. Ну, привет. Привет, рыжая.
А я смотрю, кастинг в полном разгаре. Роженькая, это совсем не то. Наверное, волейболистка, рука тяжелая. Блин, что ты меня все время заталкиваешь, а? Знаешь что? Что? Моя страстная. А давай вообще снимем этот халат, потому что он тебя стесняет. Давай снимем. Он тебе не нужен вообще. Давай снимай. Моя страстная, да, давай. Боже, наконец-то. Хорошая моя. Я... Может, скажем, что лодку утащили муравьи? Может, скажем, что лодку утащили муравьи? Да, что-то реалистичное. Да. Гигантские муравьи. Понял. Давай скажем, что приехал мэр, попросил лодку для рыбалки. Мы же не откажем мэру. Про муравьев и то реальное было. Подожди. Кажется, мы нашли того, кто знает, где лодка. Где лодка? Никогда, слышишь? Вартан Галустович Мазманян тебе ничего не скажет. Я просто гулял по берегу, искал дрова, наткнулся на лодку и взял. Что тебе надо? Да что ты вытворяешь? А то, что на ней спасатели написано, не заметил, да? Да, да, что же написано, там вот такая дырка. Да! Ха-ха! Такие не разбиваются! Вот это было! Ай! Блин! Неси нам лодку! Не принесу я вам лодку! Вон! Да мы присмотрим за шашлыком! Неси лодку! Да блин, прекращай! Да ты совсем что ли дебил? Смотри, вон, я тебе показываю! Толстую лодку на дрова пустил! Что теперь делать? А хотите шашлык? Да. Доставка пиццы! Вы же в любое место делаете доставку. Набережная. Только вам нужно немного левее проплыть. Алло! Связь пропала. Отлично. Наелись. О, чайка. А знаете, что это значит? Что недалеко берег. Что у нас сегодня будет ужин. Давайте-ка быстрее сюда, свой орехокол. Съесть! Вот кто бы мог подумать, да, Тамара Петровна? Сырая чайка, а вкуснее, чем все, что вы готовите. Ах ты ж гад! Лодка будет. Ребята, если честно, я шла в спасатели только потому, что хотела найти себе настоящего мужчину. Хотела родить ему много детей. Что я только рассчитывала. Если нет лодки, это еще не повод отчаиваться. Альбиночка, ради тебя я спасу завтра этих несчастных. Я тебе обещаю. А я? У меня сколько вошло в воду, столько и выйдет. Ты будешь шашлык? Тоже мне спасатель. А долго еще плыть? До завтра? С твоей мамой, Юль, будем плыть целую вечность.
Дотя, а выключи-ка звук, а то я ему сейчас говорилку-то ломаю.